начинается финальный поединок, если это будет 3 килограмм, далее и Бадео, где он называет Сейчас будет о Сайконе. Я думаю, что должна здесь зафиксировать. Да, есть конкурсы Гатани. Надо, конечно, эту ситуацию для себя на 100% реализовать. Ну что, вот, я думаю, и получится сделать Ризу. Но смотрите, что творит спортсменка в белом кимоно Валева. Она просто настолько жидкая. Опасное положение, и сама себя практически ломала сейчас Валева, и здесь, конечно, Жуйко. Из такого положения практически невозможно уйти, но пыталась, и вытекла травма руки. Не знаю, видимо, такое большое желание было сейчас ему выиграть. Но завершена, и категория до 60 проконтролировала действие, Кудзуки провела стартер, перевела